Российский МИД посоветовал Григорию Лепсу воздержаться от поездок в страны, которые имеют договоры об экстрадиции с Соединенными Штатами. Напомню, Минфин США ввел в отношении певца санкции на том основании, что Лепс якобы помогал преступной группировке «Братский круг» перевозить деньги. При этом каких-либо криминальных обвинений против звезды российского шансона не выдвигали.